все. Да, ну давай начнем с комментария по итогам сегодняшнего матча. В принципе, равная игра. Можешь согласиться с этим на воротах проверки? Ну да, хорошая игра, упорная. Считаю, много моментов, много стыков. И, в принципе, один гол решил игру. К сожалению, его забил Акбарс. В начале игры можно сказать, что немного проспали первые две минуты, потому что Акбарс не выпускал из зоны. Гол он, наверное, назревал. Он вытекал в логике игры, он был случайно. Да не сказать, что назревал. Как бы, да, Казань активно играет, но она так всегда, в принципе, играет. И, в принципе, особо-то опасных моментов не было. Ну да, рикошет такой бывает. И, в принципе, главное, что он нас никак не переломил. Сыграли дальше и, в принципе, в целом игра получалась. Третьему периоду, насколько тяжело было физически настроить себя, потому что главный тренер сказал, что пришли на игру две пятерки. Да там оставалось минут 10-15, и понятно, что нужно было вытащить игру, и в принципе там особо не сказать, что там усталость. Хотели, конечно, дожать его и сравнять счет, но немножко не получилось, но в целом считаю, что достойную игру провели и ни в чем не уступили Казани.